Ну а перед началом видео, дорогие друзья, передаю привет Егору Шаурме, Кириллу Ригеру, Стасику Болсу, ну и конечно же поздравляю дядю Женю и тетю Вику с днем рождения. Всем привет вам большой, ребята, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и в этом видеоролике я буду играть в симулятор камня. Тут что-то летает. Нажми пробел, чтобы начать. А, чё? Стирка ковров на фабрике в Казани. А, и что? Стоп, а где моя мышка? Подсказка, нажмите F. Эй, я тут! Это я, камень с лицом! Ты, наверное, ждешь какого-то увлекательного сюжета или геймплея? Может, даже пасхалок и персонажей в этой игре? Но нет. Ты просто камень. Просто стоишь здесь и стареешь. На этом все. Не более. То есть, просто камень. Это все, что делают камни, бро. Просто стоят. И ты стой. Будем друзьями и будем стоять вместе. Уху. В смысле? А ходить? Полно веселья. Давай... Знаешь, давай поиграем в гляделки. Ты, а я, ходить как? Стой, замолчи, друзья. Как ходить? Поехали. Где моя мышка-то? Цель, выиграй в гляделки. А что, если я на X нажму? А это что вылазит? Вот это что вылазит? Нажми H. Что это такое? Опа, опа, опа. Опа. Опа, опа. Но это похоже, дорогие друзья, на какой-нибудь Geometry Dash. Ой. Вы проиграл. Твой результат 303. А я хочу где-нибудь 500. По новой. Загрузка. Новый Realme C67 уже в продаже. Realme 67. Производительности улучшенные. Нажми пробел для прыжка. Нажимаю. В смысле? По новой. Так. В смысле лучше еще 27? У меня... Вон. 100... 200... Так, надо до 1000 дойти хотя бы. Тут двойной прыжок есть, дорогие друзья. Вот из-за того, что он ускоряется, он туда падает сам. Это не я падаю, это он сам туда падает. Короче, ладно. Назад в меню. Поздравляю, вы камень, наслаждайтесь. А где мышка моя? Как мышку вернуть? Нажми F. Эй, я тут! Это я, камень с лицом! Ура, у тебя новый друг. Какого-то увлекательного сюжета или... Да ты это же говорил, ты что повторяешь? Может, даже пасхалок и персонажей в этой игре? Но нет, ты просто камень. Просто стоишь здесь и стареешь. На этом все, не более. То есть, просто камень. Это все, что делают камни. Так. Просто стоят. Эй, я тут. Да сколько можно повторять? Как это выключить? Какого-то увлекательного сюжета или геймплея. Дорогие друзья, мне походу надо перезагружать компьютер, чтобы у меня мышка опять заработала. Видимо, тут в игре какой-то специальный, как его назвать, штука, которая невидимую мышку делает, и ты не знаешь, куда нажать, она вообще никуда не нажимает. Развеселишься в один момент. Только не нажимай кнопку X. А это что там летит? Хрень какая-то. Я сам не знаю что, но не стоит этого делать. Не нажимай кнопку X, ладно? X? Что ж, поехали играть в гляделки. Цель выиграть в гляделки. Но мы же с тобой играли уже. Разве нет? Ну давай сыграем. А стоп, я камень же. А я могу на себя как-нибудь сверху посмотреть? Я просто себя только снизу как-то вижу. Не хочу я нажимать H.
Так, что тут можно еще? Тут вон есть какие-то горы всякое. Но игра достаточно интересная, дорогие друзья. Это, скорее всего, на любителей. Кто любит более спокойные такие форматы, спокойные симуляторы, где нужно... В общем, тут такая еще спокойная музыка. Прям дух захватывает, и прям, ну, приятно как-то даже в гляделки смотреть. Неплохой сюжет тут. Тут достаточно несколько сюжетов есть, я уже насчитал где-то... И я здесь насчитал уже порядка 6 сюжетов, и мне кажется, это достаточно хорошо, потому что игра разнообразная благодаря таким сюжетам. Если будет всего лишь один сюжет или два, это уже как-то, ну, такое себе. А здесь есть и нажми H, цель выиграй в гляделки, вот так посмотри по сторонам, вот много сюжетов. Но опять же, игра для любителей. А я могу вот туда пойти? Видимо, не могу. А ты чем-нибудь говорить будешь еще? Что-то он замолчал. Одно и то же говорил, и это... А если я снова F нажму? Ничего не происходит. Может, игра лагает? Всякое может быть. Вот, если я H нажму, что будет? Нет, работает. Так. Кстати, смотрите, дорогие друзья, у него что во рту? У него кровь, что ли, там вот красная? Напишите в комментариях, из-за чего у него там красная во рту. Что это может быть? Репетитор для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. Я же ЕГЭ сдал, нет? Так. Опа. Почти рекорд побил. Стоп, я на паузу нажимаю, там идет? А нет. Так, ладно, видимо, я не побью никогда этот рекорд. Вернуться в меню. Нажми пробел, чтобы начать. Поздравляю, вы камень наслаждайтесь. Это что, опять то же самое, что ли? Или что-то новое? Подсказка, нажми F. И что? Эй, я тут! Это я, камень с лицом. Но... Ты, наверное, да ладно, все. Сюжета, или... Как выйти из этой игры? Может, даже Паскалок и персонаж в этой игре? Дорогие нет. Друзья, как выйти? Камень, дорогие друзья, здесь, я вам, как камень. Всегда, желаю крепкого здоровья, это счастья, все. Благополучия. И никогда не болейте. Камень. Это все, что делают камни. Да замолчи. И ты стой. Сам стой, я не хочу камень. Стоять. Храни вас Господь и Аллах, дорогие друзья. Всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. Сейчас я перезагружу компьютер. Всем пока. Только не нажимай кнопку X. Нажму сейчас. Чё? Короче, все, перезагружаю.